Добрый день, уважаемые коллеги, партнеры, инвесторы. Вы находитесь на канале «Двигатели Дуйнова». С вами, как всегда, Александр Сударев. Сегодня вы сможете ознакомиться с очень важным и значимым документом для всего проекта. Каким, вы поймете в ходе просмотра данного видео. Начнем с небольшой предыстории. Каждый из вас знает, что компания ООО «Совалмаш» ведет свою деятельность строго в соответствии с выполнением всех требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. А следовательно, как и другие компании, мы должны сдавать бухгалтерскую отчетность. А успешное прохождение данной процедуры является прямым подтверждением эффективной деятельности предприятия. Таким образом, в 2019 году на одной из живых встреч конференции, проходившей в славном городе Санкт-Петербург, наша команда предоставила возможность каждому участнику встречи ознакомиться с бухгалтерской отчетностью, тем самым демонстрируя, что проект «Двигатели Дуйнова» движется к реализации своих целей и задач, преодолевая не только вызовы технического характера, но и также успешно справляется с юридическим и финансовым аспектами своей деятельности. 2020 год не является исключением. И компания также продолжает справляться со своими прямыми обязанностями. Сейчас в моих руках находится документ, в котором сказано, что ООО «Совалмаш» успешно справилась с аудиторской проверкой. Сейчас каждый из вас на своих экранах может более подробно ознакомиться с данным документом, поставив видео на паузу. В завершении хочу напомнить каждому из вас, что реализация крупного инвестиционного проекта связана с инновационной деятельностью. Техника внедренческого типа является крайне масштабным и сложным мероприятием. Для успешной реализации проекта необходимо охватить огромное количество сфер деятельности. Необходимо тщательно анализировать свои действия, возможные изменения на рынке, общую экономическую ситуацию и в том числе здраво оценивать политическую составляющую. И только лишь в случае успешного решения всех задач, целей и вызовов, о которых я говорил ранее, подобный проект получает право на существование. Впереди нас ждет еще немало работ. Поэтому, если вы хотите быть в курсе всех событий из жизни проекта «Двигатели Дуйнова», подписывайтесь на канал, ставьте лайк и делитесь этим видео со своими друзьями. Всем доброго времени суток и до новых встреч!